Здравствуй. Кто ты? Неважно. Приветствую тебя. Со мной ты в безопасности. Я буду здесь, рядом, чтобы тихонько говорить с тобой, не тревожа других. Позволь рассказать тебе о Сено. Ее история уже подошла к концу, но сейчас начинается снова. Что происходит? Она дышит. Голова. Дышит? Она дышит. Почему? Он знает. Знает, что она приближается. Он чувствует, что она приближается. Она уже близко. Что ты сделаешь? Голова. Это путешествие в глубины тьмы. Они знают, что ты здесь. После этой истории других не будет. Что она делает? Почему она это делает? Куда она плывет? Почему не повернет назад? Близко. Она делает это ради него. Она хочет спасти его. Они чувствуют, он ведь мертв. Уже близко. Тихо. Ой, извини. Я забыла рассказать тебе о других. Ты ведь тоже слышишь их? Они всегда здесь со дня трагедии. Ну, да, это не совсем верно. Некоторые из них тут давно, некоторые недавно, но все они изменились. Думаю, тьма изменила их так же, как изменила ее. Смотри, оглянись вокруг. Ты видишь их? Вон там. Почему она не смотрит? Почему ты не смотришь? Вон, в Ельхиме. Смотри, там впереди. Ты тоже видишь? Ты обещала. Да. Все-таки она существует. Наконец-то она добралась в страну мрака и тумана. Северяне называют ее страной Ель. Иди назад. Вернись. Там опасно. Вернись. Там опасно. Это они. Они здесь. Ты их видишь, они тебя видят. Оглянись вокруг, и ты их увидишь. Утопших, больных, убитых. Здесь они лежат, гниют на полях и в реках страны Хель. Но мертвые здесь не всегда лежат спокойно. Ты их видишь? В этих местах покоя не обрести. Не справишься, возвращайся. Они сделают это с тобой. Ты их видишь? Они сделают это с тобой. Они следят. Стой. Ты чувствуешь, что они следят? Они следят за ней. Вернись. Они следят за ней. Ты почти уже у тьмы. Ты чувствуешь? О чем она думает? Я расскажу тебе. Ей страшно. А тебе не было бы страшно? Пора бы уже привыкнуть к этому за столько лет. Но тьма... Тьма разрастается, становится сильнее, сгущается над ней. Можно притворяться, что ее нет, отворачиваться, но она не исчезнет, а притаится. Там, где ты уязвимее всего. Она будто знает, сколько нужно света, чтобы видеть лишь ее удушающую мощь. Они тебя чувствуют. Ты думаешь, что она очень храбрая, раз отправилась в такое путешествие одна?
Но ею движет не храбрость. Храбрость для тех, кто боится смерти. Страх Сена гораздо, гораздо глубже. Что она ищет? Не сходи на берег. Что оставила позади? Что ты делаешь? Я знаю, о чем она думает. Слышу ее мысли. Еще не поздно сесть в лодку и вернуться. Никто не осудит ее. Никто об этом не узнает. О, она услышала нас. Пути назад нет. Ты такая. Как ты могла? Думаешь, ты сможешь? Нельзя. Тьму нельзя одолеть. Сена отталкивает прочь мир, в котором все стремилось причинить только боль. Возвращаться незачем. И ждать там можно лишь худшего. Пойдешь с нами? Может, тебе тоже есть место в этой истории? Присмотрись, и ты увидишь. Почему она не смотрит? Ей нужно сосредоточиться. Не забывай мои истории, Сенуа. Ибо тьма твоя идет из Хель, и там решится твоя судьба. Говорят, что дым от горящих тел приведет тебя прямо к вратам Хеллы. Этого пути не минуют ни боги, ни люди. Ты должна покинуть острова Оркни через Восточное море, найти тропу, ведущую на север через темные равнины. Через 9 дней пути ты выйдешь в Восточный. Тьма приближается. Она желает жизни. Она изголодалась по ней. Как стая волков на охоте. Но Сену не остановится. Ты видишь? Страна мрака и тумана. Он вон там. Старый дурак был прав. Как он говорил? Река ножей, за которой лежит страна Хель. Место, которое зовут Хельхейм. Ты не сможешь жить. Источник тьмы где-то в Хельхейме. И богиня Хела держит его душу там. Ее милого возлюбленного Дилиона. Что она делает? Почему она это куда делает? Куда она идет? Почему не повернет назад? Она делает это ради него. Она хочет спасти его. Он уже мертв. Он умер.
Но его душа в Хельхейме. Его душа еще жива. Она хочет спасти его. Она должна спасти его душу. Она должна дать ему покой. Пусть он покоится с миром. Он мертв. Он уже мертв. Она может спасти его. Она ничего не сделает. Мост Хельхейм. Я не помню его название. Она тоже забыла. Но она помнит, что пройти по нему могут только мертвые. Такое забыть сложно. Старый дурак сказал, что к мосту есть тайная тропа. Проверим, так ли это. Северяне говорят, что есть 9 миров. Мир людей известен как Мидгард. Небеса, где живут боги Асгард. Боги земли, урожая, ветра и моря обитают в Ванахейме. Добрые эльфы живут в Альфхейме, а злые духи в Свартальфхейме. Горные великаны живут в Йотунхейме. Огненные великаны обитают в Муспельхейме. Нифльхейм — мир льда и тьмы. Хельхейм же — пристанище мертвых. Туда ты и должна отправиться. Не упади. Так ты упадешь. Вот так. Только не останавливайся. Ты сможешь. Ты сможешь. Обернись. Чего она ждет? Просто упади. Зачем она это сделала? Зря она это сделала. Теперь она не сможет вернуться. Нет, вот она. Тайная тропа. Так я проживу дольше. Не слушай. Почему не позволю этим ублюдкам себя поймать? Никогда! Приближается тьма. Его приближается тьма. А кто ты? Это лишь воспоминание. Друд? Старый дурак. Это ты? Он старый дурак. Это все не лжец. За рассказы о северянах меня нарекли Друд. Это все лжец. Старый дурак. Но Друд не словоблуд. Рада снова тебя видеть. Ты сдержал слово. Вести тебя в этой жизни и дальше. Я расскажу тебе истории о Хеле, если смогу пойти с тобой. Расскажи свою историю вновь, старый друг. Я буду слушать. Врата в Хель запечатаны рунами. Сосредоточь внутренний взор. И ты увидишь скрытое на самом виду. Я вижу одну. Удержи ее внутренним взором. И найди такую же, чтобы открыть врата. Ей нужно присмотреться. Руна, посмотри на врата. И они откроются. Врата открыты. Пройди через них. Иди. Это опасно. Иди вперед. Что за вратами? Куда ты попадешь? Это опасно. Получилось. 6 лет я был рабом в Хель. Но я следил за северянами. Изучил их обычаи. Я знаю, что это так. Ты слушала? Хотя другие смеялись. Мой народ дорого за все заплатил. Храни мои истории, и вместе мы покажем северянам нашу ярость. Еще один голос теперь с нами. Однажды она попыталась заставить всех уйти, притвориться, что их нет. Но какой в этом прок? Если мы всегда рядом. Так же бывает и с высотой. Когда стоишь на краю,
Можно притворяться, что все хорошо. Но ты знаешь, что смерть рядом. Она только ждет, когда ты оступишься. Хочешь, не хочешь, а это так. Миром мертвых правит великанша Хела, дочь Локи. Боги страшились ее крови. Плох род ее матери, а отца еще хуже. Когда она была ребенком, всеотец низверг ее в Хельхейм и даровал власть над самоубийцами, а также умершими от болезней, лишений и старости. Во всех девяти мирах лишь Хела может воскрешать мертвых. Врата. От них веет зло. Вернись. Взгляни. Ей нужно открыть врата. Врата Хельхейм отделяют живых от мертвых. Неужели это лицо самой Хелы? Полусгнившей богини, правящей Хельхеймом. Какие бы ужасы ни прятались за этой дверью, она должна найти Делиона. Здесь кто-то есть. Что случится? Бедная Сено. Тьма не торгуется. Ее нельзя уговорить. Гниль. Теперь она поселилась в ней. Она поползет вверх к ее голове, к вместилищу духа.
пока, наконец, от нее ничего не останется. Да, это кончится. Это кончится. Это закончится. Это слишком больно. Все ее муки окажутся напрасными. Это лишь вопрос времени. Самые тяжкие битвы ведутся разумом. Ее этому Дилион научил. Темная гниль будет расползаться все больше при каждом поражении, пока не доберется до ее души. Но она еще может управлять своим разумом. И она исполнит клятву. Любой ценой. Послушай, Сенуа. Богиня Хела укрывается за этими вратами. Но тебе их не открыть, пока не сразишь богов стражей. Владыку Пламени, Сурта и Властелина Иллюзий, Вальравна. Пролей их кровь, чтобы открыть врата и войти в страну мертвых. Врата Кхеля. Где ли он? К его душе. Они не откроются. Как она пройдет? Почему они... Северяне говорят, что в самом начале не было ничего, кроме тьмы. Жестокого холода на севере и палящего жара на юге. Они говорят, что из холода возник лед, который растопили искры с юга. Вальравна, прародитель вещунов, властелин воронов. Он загоняет жертв при помощи иллюзий и пирует на их останках. Иди по пути к Вальравну и срази его в бою, чтобы получить его знак. Без него врата в Хельхейм не открыть. Вальравну скрывает иллюзия. Не доверяй глазам. Найди другой путь, чтобы узреть истину. Что это? Это стена. Это дверь. Нет, это мост. Нет, нет. Да. Толкни. Толкни, толкни его. И что, по-твоему, произойдет? Давай. Это мост. У нее получилось. 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 Гляди. Гляди, гляди. Что-то изменилось. Что переменилось? Ты это видишь? Забавно. Мы ведь все хотим заглянуть за завесу тайны. Но если нам это удается, мы тут же отводим взгляд и притворяемся, будто ничего не видели. Все.
Сено не могла не видеть, как ни старалась, как ни просила. Цену она платит за то, что видит все по-другому. Ведь если долго смотреть в непроглядную тьму, то, что в ней таится, тоже тебя увидит. Северяне ее не остановят. Она найдет то, что ищет. Силу иллюзий Вальравну дают вороны. Соедини воронов, чтобы разбить волшебную печать. Переходишь в другой мир. Привычный с виду, но все-таки чужой. Мир притворщика, где глаза есть еще, даже у леса. Ты знаешь, что делать. Назад. Ты должна их открыть. Это опасно, не слушай их. Слушай, слушай. Не открывай их. Ты сможешь? Не. Чтобы разбить печать, соедини воронов со знаком Вальравна. Давай, посмотри на воронов. Где? Что это значит? Соедини воронов. Каких воронов? Где ты они? Их не видишь. Где эти вороны? Она их не видит. Оглянись. Оглядись. Попробуй найти воронов. Соедини воронов. Соедини их. Он сказал их соединить. Чи-чи-чи-чи-чи. Что ты слышишь? Ты слышишь? Это песня. Я что-то слышу. Если услышишь песню Вальравна, следуй за ней. Она приведет тебя к нему. Но берегись его иллюзий. Не всегда можно верить глазам. Сосредоточься. Вальравна. Испытай меня! Он исчез. Испарился. Куда он делся? Ты где он? Куда он делся? Это все твоя вина. Песни Вальравна. Их уже. Нужно сосредоточиться. Слушай, сосредоточься. Thank you.
потерялась. Это не впервые. Прошлой зимой, перед самой трагедией, она скиталась по дебрям Родины, питаясь ягодами, корнями и зайцами. Как видишь, нередкое явление. Мы зовем таких людей гельтами. Некоторые, как Друд, становятся ими в поиске искупления, а другие, как Сену, в надежде освободиться от проклятия. Те, кто возвращаются, никогда не будут прежними. Нас обычно пугает. Тень за деревьями, неведомая тварь в ночи. Если бы все было так просто. Худший кошмар всегда застает врасплох, вгоняет в глубокое первобытное оцепенение, служит напоминанием о том, что если угрозы не видно, это не означает, что ее нет. Есть другой путь. Конец. Она сможет. Сбей его с ног. Давай, сбей с ног. Эмир был ледяным великаном. Порождением тьмы. И все его сыновья и внуки были темными, как он сам. Дочери и внучки его были разными. Одни страшны собой, другие хороши. Но изо льда родился и другой, названный Бурей, подобный человеку. Знаешь ли ты, каково это покинуть все? Свой дом, любимых. И отправиться в дебри, чтобы, возможно... никогда не вернуться. Сено знает. Ибо когда говорит тьма, она меняет все. Превращает родной дом в чужой, а любимых
в незнакомцев. В добровольном изгнании есть смысл, когда понимаешь, что ни один дом никогда не был тебе родным. Много.